Всем привет из Геленджика. Мы вышли прогуляться, время 7 утра, а примерно через несколько часов мы уже стартанем в Москву. А в Геленджике также продолжается норд-ост, ветер очень сильный, порывы. А в общем, подгоняет так хорошо ветерок. Мы пришли прогуляться на пляж. Смотрите, какой идеальный пляж. Ветер его прям весь, можно сказать, застелил. Волн нету, но ветер очень сильный. Людей тоже почти нету. Вчера вечером мы прогуливались, но нас хватило ненадолго, потому что с детьми гулять в такую погоду не очень приятно. Мы с маленькими детьми, с коляской, местами бывало, что даже коляску переворачивает на бок, очень некомфортно гулять. Муж у меня напоследочек решил искупаться. И, кстати, мы сейчас на центральном пляже, и везде стоят вот такие вот щиты, где написано «Техническая зона» по всему пляжу. Не знаю, с чем это связано, может, из-за того, что тут корабли швартуются, но... Раньше же все купались. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, подскажите, пожалуйста, в чем дело. А хотя я поняла, граница пляжа вот она, а вот это все теперь техническая зона. Пока я иду, держу камеру, у меня рука замерзла. Ветер очень сильный, холодный. В общем, мы одеваемся очень тепло. Например, я одета очень тепло. Я бы не полезла сейчас купаться. Но муж отважный, пользуется моментом. Ну, что сказать. Я его поддерживаю во всех его идеях. Говорит, вода теплая. Ну, посмотрим. Муж искупался, говорит, вода бодрящая. Мы собираемся домой и заметили, что вот на центральном пляже поставили новые лавочки. В одном из видео я вам показывала, что они были с USB входом, но выглядели немного иначе. Сейчас вот USB вход вот здесь сбоку, такой зимний вариант, наверное, чтобы не дожди ничего не повредило. А на набережной с утра убираются, подметают. И это очень здорово. Приводит в порядок после ночного урагана. Многие пляжи уже перекрыты. То есть проходить сюда нельзя. Но центральный пока что открыт для входа. Дальше мы сегодня не проходили. В общем, вот такая ситуация. На набережной Геленджика. Солнышко вышло, стало намного приятнее, конечно, прогуливаться, но мы уже возвращаемся домой. Замерзли, но счастливы. Всем пока, до новых встреч!